Модель общественных центров – это модель, активно экспонируемая по всему миру. Модель заключается в том, что весь инструментарий и помещение, здание полностью являются государственной собственностью. Это государственная служба, предлагающая услуги горожанам в партнерстве с частными компаниями, регулирующими деятельность в области культуры и предлагающие различные занятия с учетом особенностей каждого района и каждого квартала. Таким образом, городские службы вместе с частными компаниями работают во благо жителей города. Пятьдесят два общественных центра, которые существуют в Барселоне, единственные и неповторимые в Европе и в мире. Возможно, что кто-то проявит желание экспортировать данную модель, которая прекрасно могла бы быть применена в России, в такой огромной столице, как Москва. Только представьте, общественные центры в самых важных районах столицы. Это феноменальная, экстраординарная идея. 52 барселонских центра демонстрируют всему миру, что горожане могут иметь место встреч, место, где можно приобретать и делиться уникальным опытом. В некотором смысле, имея данную возможность, горожане чувствуют принадлежность к собственному городу, чувствуют себя интегрированными в его жизнь и изменения.